Всем привет, с вами New News. Высокие отношения демонстрируют Курбан Омаров и его избранница. Пока бывший муж Ксении Бородиной наслаждается отдыхом с дочкой, его милая, приехавшая на курорт вместе с ним, сидит в номере отеля и не отсвечивает. Фолловеры уверены, что все дело в телезвезде, которая разрешает экс-супругу общаться с Тионой с одним условием — не знакомить девочку со своими пассиями. Ксения считает, что Курбан неразборчив в связях, и это его не последний роман. Омаров требования Бородиной выполняет, хотя вроде как обещал жениться на Валерии. По крайней мере, смайлы в виде кольца и бутылочки под фото с ней он ставил. Но мы сразу вас предупредили, высокие отношения, все дела.